В Азербайджане ураганный ветер. В Баку порывы достигают 30 метров в секунду. Власти просят местных жителей по возможности оставаться дома. Кемран Гусейнов расскажет подробнее. Погода солнечная, но не для прогулок. Ветер сбивает с ног и поднимает пыль. Специалисты говорят, что так будет в течение всего дня, пока не пройдут дожди. Они тоже в прогнозе. Жителям столицы советуют не ходить под рекламными щитами и деревьями. Сильный ветер может их повалить. Автомобилистов просят не оставлять машины на улице. Они тоже могут пострадать от урагана. Сильный ветер наблюдается и в других регионах Азербайджана. К примеру, на лечебном курорте Нафталан его скорость достигает 28 метров в секунду. В Тартарском районе – 22, в Гянже – 20. Кямран Гусейнов, Сахават Абдуллаев, Мир 24.